Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами обрабатываем сердечко. Будем украшать вот такой красивой сеточкой. И, конечно, продолжение будут бантики и остальной декор. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Сегодня я буду украшать сердечко. Это у меня будет маленькое сердечко, размер 8 сантиметров. Мне понадобится кисточка, она у меня также 8 сантиметров. Двойные полубусины 4 миллиметра, лента 5 миллиметров и вот такая сеточка. Меня уже спрашивали, где такую сеточку взять. Ее можно найти на Алиэкспресс, но это моя бывшая накидка. И я использовала ее для игрушек. И начинаем работу с того, что нам надо расположить вот эту сеточку. Оставляю небольшой зазор. И, конечно, когда будем работать, вот все вот эти вот камешки нам надо расположить так, чтобы затем нам не мешало подклеить ленту. Поэтому немножко придется повозиться. Понадобятся иголочки. И, конечно, оставляем припуск, вот, чтобы потом это все вовнутрь подклеить. С одной стороны натяну. Так, сейчас возьму побольше. Тут, конечно, потребуется немного времени, но все должно получиться. Вот я закрепляю именно иголочками, чтобы у меня все смотрелось ровно. И с другой стороны. Не забываем вот про эти вот камешки. Они должны быть у нас внутри, чтобы не мешали нам. И вот верхнюю часть, все вот эти камни также я буду вовнутрь подклеивать. По краю сердечка я вот так прикалываю все иголочки, чтобы у нас все уходило вовнутрь затем. И каждую вот этот камешек надо будет отдельно подклеить. И вот так я натягиваю сеточку так вот, по всему сердечку. И продолжаю работу. Лишнее затем я все подрежу. Теперь, когда я подколола, вот все это лишнее, сейчас подрежу. Я прямо беру и вот по этим оставляю вот эти ниточки. За них я буду подклеивать вовнутрь все. Тут можно подрезать. Вот. И маленький зазор у меня есть. И теперь я буду снимать иголочки и вот эти все камни подклеивать вовнутрь. Вот наношу клей. Руками, конечно, не лезем. Вот. Видите, вот это у меня все уйдет вовнутрь. Даю закрепиться. Теперь следующую иголочку снимаю. И подклеиваю следующий камень. И вот так обрабатываю все сердечко. Сначала с одной стороны, с другой закреплю. И затем пойду наверх. Вот вы видите, здесь остается зазор, чтобы подклеить ленту. Если за этим не будем следить, затем нам будет трудно все это подклеить. И продолжаю работу. Вот что у меня получилось, и вы видите, я тут везде старалась, чтобы ничего на шов не попало. Теперь я подклею вешалку. Вешалка у меня 3 миллиметра, использую ленту, и 20 сантиметров. Завязываю узелок и складываю вот такой красивой петелькой, и даю закрепиться. На кисточке также завязываю узелок, можно этого не делать, но я делаю. И подклеиваю на второй край, оставляю здесь 1 миллиметр, так вот сюда узелок приклею,
чтобы кисточка у нас болталась, а не была намертво приклеена. И даю закрепиться. Теперь склеиваем две половинки вместе, но предварительно все примеряем, чтобы у нас вот эти вот камешки не мешали. Вот я все примерила. Наношу клей. Вот в некоторых местах они там торчат, но это все надо будет вовнутрь. И подклеиваю половинки между собой. Совмещаю и даю закрепиться. Две половинки у меня склеены и уже красиво. Теперь я беру ленту 5 мм. Конечно, все края обрабатываем огнем и начинаю подклеивать вот отсюда. Наношу на ленту клей. Можно на игрушку, кому как удобнее. Лишнее уберу. И вот сюда подклеиваю. Даю закрепиться. И продолжаю работу. Отодвигаю ленту. Лента у меня жесткая, поэтому я ее придерживаю. Наношу клей. Стараюсь немножко размазать его. И подклеиваю на шов. И продолжаю работу. Так получилось, что я когда начала подклеивать полубусины, камера у меня отключилась. И вот здесь, чтобы совместить у нас у кисточки, мы измеряем полубусины от макушки. Вот здесь с зазором небольшим. И когда подходим к кисточке, вот смотрим, где нам надо подрезать. И подрезаем одну часть, чтобы затем кисточку, чтобы эту часть одеть на кисточку. И у нас получится кисточка в середине. И с двух сторон все подклеим. Бывает так, что и техника подводит. На макушке подрезаем полубусины, чтобы вот так вот одеть вешалку. И она у нас пойдет с одной стороны и с другой стороны. И со второй стороны полубусины у нас вот так вплотную подойдут. И продолжаем работу. Вот что у меня получилось. Очень красиво, аккуратно и богато. Конечно, в этом комплекте будут еще несколько игрушек, и они будут украшены вот такими красивыми брошами. И, конечно, бантики. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. А также подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. Творческих успехов вам и до скорой встречи! Пока-пока!